Теперь вам врать нет никакого смысла. Вы сами, голубчик, во всем виноваты. Нельзя было держать себя с ним столь развязно и даже нагловато. Да кто же он, наконец, такой? Вчера на Патриарших прудах вы встретили... Кого ты имел в виду под персонажем Воланд? Вот. Это профессор, немец, из твоей рукописи. Хватит запутывать следствие. В реальной жизни никакого Воланда не существует. Поверьте, он существует. Сегодня что-то случится. Что-то случится непременно. Нет никакого дьявола. Я часть той силы, что вечно хочет зла. И вечно совершает благо. Это нечистая сила! Он появился. Простите, как ваша фамилия? Аллилуйя.